Так, шарик у нас вращается в измерительном тракте на том же самом валу. И что мы видим? Добротность резонатора из рубина все-таки в несколько раз выше, чем резонатор из шпинели. Рубин является рекордным материалом для резонаторов. 34,64. Давайте попробуем поездить по частоте. Это совсем низко добротный под резонатор. Так, 34,64, да, значит. Либо это был радиальный резонанс, либо азимутальный. Так, да, скорее всего, это был азимутальный. Значит, надо ехать вверх по частоте. Так, вот он, 34,65. И где-то на уровне 35. К сожалению, прибор дальше не показывает. Не работает он на этой частоте. Да он вообще перегрелся. Ладно. Отложим эксперимент. С такой аппаратурой, конечно, очень тяжело проводить эксперименты. Стоп. Есть дюж. Значит, один резонанс мы нашли, высокодобротный. И похоже, что рубин все-таки в несколько раз лучше, чем шпинель. Поэтому заказ, наверное, придется переделать с шпинелевых шариков на рубиновые. Хотя такого размера рубиновые шарики китайцы сделать не могут. Они больше 10 мм сделать не могут, а нам нужно хотя бы 10,4. Даже без резьбы. Лаборатория «Наномир», 6 ноября 2013 года. Время 22:09. Эти часы неправильные. Стоп. Да, значит, понятно, что добротность рубинового резонатора достаточно с резьбой. Это значит, что резьба нарезана правильно. И, в принципе, можно резать резонатор пополам и смотреть, что будет, какие параметры будут у шестеренки рубиновой. Потому что если добротность у рубиновой шестеренки сохранится, а по гипотезе она должна сохраниться, вот, то мы сумеем уменьшить мощность магнетрона еще в два раза, то есть с 10 кВт всего лишь до 5. А такой магнетрон может быть еще сильно дешевле. Стоп. Значит, вот этих батареек питается двигатель сейчас, потому что этот источник задействован для изменения частоты генератора качающейся частоты. Г4 157. Стоп.